Решила искупать Бруно. По-моему, у него уже пролежни появились. Сейчас искупаю и буду обрабатывать. Вот. Очень тяжеленький он. Прямо ему страшно, он поскуливает. Страшно в ванной купаться. Ну вот в воде ему легче сидеть вот так. А так он, когда на ровной поверхности, он сидит, лапы вытянуты, как вот у спинальников. Хоть бы поставить тебя на ножки. Бруночка, скажи, заберите меня, опытные куратора. Вылечите меня. Делаем, чтобы меньше страшно было. Пакетик. Спасибо тем, кто привез нам этот пакетик. Да? Кошки тоже хотят. За что его усыплять? Хороший пес. Мог бы служить людям верой и правдой. Да? Да? Вот это вот ночью переночевали щеночки в зале. Вот такой вот бардак еще и стащили. Открывалась с дивана. И тут все было обкакано. После работы. Ну, это ничего, это глаза боятся, руки делают. А Бруно у нас ночевал в сарае на теплых подстилочках. Вот, он утром сам пришел в дом, сам залез на крыльцо. Это вообще ему трудно дается, но вот уже получше. Сниму потом про него видео, как он ко мне пристает, чтобы я его погладила. Такой смешной. Бруно, покажи, как ты ходишь. Я ему косточку держу высоко, а он бежит прям вообще. Иди сюда, Бруно. Да, никому не дам косточку. Вот такая вот огромная кость. Пойдем, Бруно. Пойдем. Бруно, пошли. Иди сюда, на. Вот, видишь, как ты ходишь? Ты хорошо у нас ходишь. Да, никому нельзя косточку, никому. Вот. Молодец, Брунчик. Давай. Назвать эту собаку, которая сидит под дождем возле двери и не хочет идти в сарай. Сейчас пойду его заманивать косточками. У нас пошел дождь, а ночью мороз обещают. А этот дурында сидит под дождем. Он уже ходит хорошо. Ничему тебя жизнь не учит, да, малыш? Пойдем в сарайчик, да? Там тепло. Так у нас ходит Бруно. Почти не заваливается. Красавец такой. Самый крупный пес у меня после овчарки. Такой славный парень.
когда забирали на стерилизацию, он в это время не кушал, грустил по ней, скучал. Вот. Вообще пес хороший, но дерется с кобелями. Не со всеми, правда. Очень ненавидит Валеру. Вот прям у него к нему ненависть. Сегодня опять была драка, я их разнимала. Немножко меня тоже покусали, но это не страшно. Протрузия дисков, и он не ходил, задние лапы у него не ходили. Ну ничего, отогрелся в тепле, я его дома держала, отогрелся, ванны с ним принимали, точнее он принимал ванну, я его оттягала, и сейчас вот он уже ходит, но он ходить начал.